Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Очень часто натыкаюсь на различного рода криптовалютные исследования. Зачастую все они платные, преследуют коммерческие цели, и чтобы ознакомиться с их результатом, нужно заплатить деньги. Вы, наверное, знаете, кто такой Томас Ли. Это основатель аналитического агентства FunStrat, которое занимается в том числе и анализом криптовалют. Буквально пару дней назад они опубликовали расследование теперешнего состояния криптовалютного рынка. Обычно они такие расследования продают, но на этот раз решили бесплатно показать. Кстати, полный документ я оставлю в своем телеграм-канале и в группе ВКонтакте, ссылки все будут в описании под видео. Каждое исследование в этом документе коснулось как институциональных инвесторов, так и розничных, причем каждый изученный вопрос получил в Твиттере до 10 тысяч ответов. Таким образом, агентство определило актуальные настроения на рынке. И даже несмотря на это, мне кажется, что расследование получилось все равно однобоким. Тем не менее, листая документ, я нашел пару моментов, которые меня заинтересовали. Первый момент – это вопрос номер 2. Будет ли спад на протяжении следующих 18 месяцев? Варианты ответа – да или нет. 44% – да, 56% – нет. Значит, большинство институциональных инвесторов считают, что на протяжении следующего полугода спада больше не будет. Вопрос номер 3. Вырастут ли цены на криптовалюту, если есть рецессия? Это очень странный момент, потому что 72% институционалов ответили, что да. И в Твиттере за этот вариант проголосовало 59%. Очень странно и непонятно. Далее вопрос номер 8. Какие криптовалюты из топ-15 покажут лучшие и худшие результаты в 2019 году? 59% институциональных инвесторов уверены, что биткоин покажет самые лучшие результаты. Но если смотреть на Твиттер, где голосовали розничные инвесторы, такие же как мы с вами, то мы видим, что биткоин в этом опросе уступает лидерству Ripple. Причем на целых 15%. Вопрос номер 10. Обозначьте негативные и позитивные катализаторы для криптовалюты. Как мы видим, большая часть институциональных инвесторов уверена, что негативнее всех на криптовалюте отображается регулятивная неопределенность. За этот вариант проголосовало 52%. И подписано «Длинная рука SEC». Забавно. Кстати, в тему SEC. XRP – это валюта, а не безопасность, считает бывший сотрудник SEC. Майкл Ди Дюк, а именно так его зовут, выдал эту витиеватую фразу на организованной Ripple конференции Swell. А сделал он такой вывод, используя так называемый тест Хауи. Этот тест разработан Верховным судом США для определения в том числе и ценных бумаг. Благодаря ему американские регуляторы часто пытаются доказать, что тот или иной токен является ценной бумагой. Вот хитрые мракобесы. Кстати говоря, если по тесту Хауи токен не отвечает всем необходимым требованиям, тогда токен не является безопасным. Я думаю, что многим людям, неуверенным в будущих возможных решениях SEC по XRP, эта статья станет хотя бы каким-то руководством. Полезная вещь, без сомнений, ссылку тоже в описании оставлю. Этот джентльмен является главой компании Wealth Chain Capital. Он никогда не был энтузиастом Ripple, но вот что он недавно написал у себя в Твиттере. «Я никогда не был сторонником Ripple XRP, но ребята, они делают очень серьезные шаги. Тот факт, что у меня были с ними разногласия, сейчас не играет роли, так как они становятся очень важными фигурами в криптовалютном мире. Они станут Microsoft'ом в криптовалюте». На самом деле, я не очень понял, что он хотел сказать этим крайним предложением, но главное, чтобы XRP не стал мобильным отделением Microsoft. Шутка лежала на поверхности и очень просилась на язык, наверное, мало кто поймет. В любом случае, этот криптовалютный специалист Филипп Нан, похоже, стал симпатизировать Ripple. Все, кто говорит о централизации Ripple, просто посмотрите эту схему. Если говорить о биткоине, 4 крупных майнинг-центра контролируют 58% сети. У эфира 57% сети контролируются всего 3 пулами. Кто же больше централизован? Пишите в комментариях. А теперь 5 возможностей использовать XRP уже сегодня. Зачем нужен XRP? Я тут выписал некоторые способы его использования, поэтому теперь, когда вы встретите кого-нибудь, кто будет говорить, что XRP бесполезен, скидывайте ему это видео, и все будет путем. Копию документа я тоже оставлю в Телеграме или в группе ВКонтакте, поэтому переходите по ссылке и смотрите. XRP – цифровой актив.
5 случаев использования. Первое. XRP используется для обеспечения ликвидности по требованию. Что это значит, ребята? Это значит, что XRP упрощает транзакции, уменьшает затраты, снижает риски и раскрывает полный потенциал трансграничных платежей для корпоративных клиентов. И все это в режиме реального времени. Кто этим уже пользуется? Mercury, FIX, Colix, Corporate Federal Credit Union. Здесь я оставил ссылку на ресурс, где это все подтверждается. Второе. Биржи, где XRP используется как базовая валюта. Это увеличивает скорость транзакций и уменьшает стоимость комиссий, что позволяет владельцам XRP приобретать другие криптовалюты по более низким ценам. На каких биржах XRP используется как базовая валюта уже сегодня? Вот вам списочек. Возможно, есть и еще, но я не нашел. Также есть ссылочки, которые это все подтверждают. Третье. Трансграничные платежи между США, Мексикой и Филиппинами. XRP снижает транзакционные издержки с нескольких дней до 2 минут. Этим пользуются Bittrex в США, Bitso в Мексике и Coins.ph в Филиппинах. Тоже есть ссылка, которая подтверждает эту информацию. Четвертое. XRP используется для мультихоп платежей в сети RippleNet. Это позволяет банку легко и быстро проводить платежи в сети от третьих лиц. Даже если суммы платежей крайне малы, а ликвидность невелика. Кстати говоря, теперь это могут делать не только финансовые институты, но и любые другие клиенты RippleNet. Этим пользуется пока что только Siam Commercial Bank, но в будущем, думаю, будут подключаться и другие. И пятое. Платформа Coil. На этой платформе XRP используется для веб-монетизации контента. Это значит, что вы можете пожертвовать XRP за контент. А те, кто создают контент, могут его монетизировать с помощью XRP. Этим пользуется уже Википедия и начинает YouTube, Twitch, Google Chrome, у которого уже есть специальное расширение под платформу Coil. И тоже ссылочку оставил на подтверждение этих фактов. Ребята, этот документ вы можете найти в группе ВКонтакте или в Телеграме, ссылка будет в описании. А на этом, друзья, мой сценарий заканчивается. А это значит, что пора сказать, что ссылки на все необходимые ресурсы будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Ставьте лайки или дизлайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. Меня зовут Богатейший Ди. Скоро увидимся.